1200 метров – такова длина этого моста, 6 километров с подъездными путями. Левый и правый берег Северной Двины теперь надежно связаны. Опоры, фермы, бетон, железо, асфальт, а самое главное – труд людей соединили Котлас не только с Архангельском, Москвой и Питером, связали Восток с Западом, Сибирь с Европой. Когда везде все закрывалось, в Котласе построили и открыли очень важный, я считаю, стратегический для экономики нашего города и Котласского района объект. 20 лет назад открытие моста отмечали всем городом. Сейчас из-за ковидных ограничений от массового мероприятия пришлось отказаться. Но не отметить годовщину такого события Котлас не мог. Силами администрации ДСАФ России был организован автопробег в честь юбилея знакового объекта. И вот этот ключ – это живой свидетель того события 20-летней давности, которым символически было открыто движение по этому мосту. Безусловно, он дал ускорение развитию города, ведь любой транспорт – это скорость, а автомобили еще быстрее перевозят грузы, чем железная дорога. Город стал ближе к центру нашей России, он стал более цивилизованным, красивым и опрятным, потому что мы смогли оперативно общаться с большими столичными городами. Количество перевезенных грузов и пассажиров по Котласскому мосту не поддается подсчету. С развитием автоперевозок поток машин за 20 лет постоянно увеличивался. Котласский мост, безусловно, дал толчок экономическому развитию нашего региона. Не только города, но и всех его окрестностей. И Котласского района, и Республики Коми, и так дальше, и так дальше. Все мы помним, как 20 лет назад открылся этот мост, как по нему поехали первые КАМАЗы наших котласских предпринимателей, как поехали лесовозы, которые везли из района на котласский ЦБК «Баланс». За себя хотел бы сказать, 20 лет назад я проехал по нему впервые на своей Яве. 20 лет – не такой и большой период. Тем не менее, уже выросло целое поколение, которое не представляет себе город без этой транспортной артерии. Когда-то мост связал берега, объединил людей. Сегодня он символ того, что добиться можно многого. Было бы желание. Когда у нас есть общие, благие, качественные цели, когда мы объединяем наши усилия, то даже в самые сложные времена – вроде бы в условиях безденежья и всевозможных препятствий становится возможным реализация масштабных проектов.